на маленьком плоту. Сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны, грезы и детскую мечту, я тихо уплыву. Лишь в дом проникнет полночь, чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. Ну, привет, Мишанка. Как ты? Будет нелегким мой путь. Ну, в этом, на столе. Не по праздничным. Я же на шашлык ходил. А, шашлык. Не дадим. Думал, у костра сидеть. Это же больше для деток. Ну так, не очень. Пошли с мамой. Я хочу звать. Ходи, что не мне. Не ко мне. Не, ну ты не расскажешь. А сколько праздник? Где ваша сюда? Я видео сниму. Где фото? Не, ну так что вы разбеглись? Зараз с ними. Вот видишь, пятый, желтый, пятый, желтый, Коля, так, с тобой здоровье, здравствуйте. Привет. Здрасте. Я не показала, такая лицо.
Добрый день. Добрый день. Парит на ней, пожалуйста. Здравствуйте. Остальные гости. Я просто правила. Ну да. Торжественное вручение. А, мама, можно взять эти цветы даже? Детям давай цветы, а бабам бабушке. И тут еще кнопка. Ага, расставала, можно положить сюда. А, нет. А вот и подарунок Ангелина там гуляет с соседкой, не хочет Тебя здоровья Бог, хлопец, мой мышцы выпалили, красавец, хлопец. Такое здоровье, такие годы стыдно спрашивать, что они здесь. Еще поменяли. Здоровья. Здоровья, я понял. 30, есть такое? 35. Ой, 35. Запек сядь. 35, запек сядь. Никто замуж не возьмет. Еще старый, глянь. Пора было, да, дальше. Потом свечение. Не знаю. Знаешь? Что? А где жена? Ой, хай бы что-то девочку привезла. А девочка не захотела. Конечно, таким-то сожрать. Няня начнет жену захотеть. Это красавица. Вон она какая, вот это да. Вот это вкусняки. Миски давай или тарелки какие. Можно какую мне такую миску? Нахуй, какие большие. Я не знаю. Давай миски великие. Я не люблю, что можно. Мяшку. По центру поставить. По часу ночи пекла, свеженькая, так что не бойтесь. Вон. Так не сомневаюсь. Ванилькой и сахаром. Так не сомневаюсь. Берите, пробуйте, кто хочет. А то там съедут, ничего не будет. Бой, хватит, Рома, бери. Роману дай. Этим надо положить. Роман, ну як на смак, признайся. Ванда, на. Не, ну капельку. Выбери, чего, попробуйте. Хорошо, пани. Хорошо. Я думала. Ну во, полетели. Малюсенький, да? Виталик, будешь малюсенький брать? Где малюсенький? Любой, бери самый великий, ты великий. Ну, я сейчас говорю, так и для, как 65 лет, маш, ты им только и поговорю, будешь? Я вам был на 8 лет. Через 7 лет, пока так не расходит. Дай Бог каждому. А то меня могут говорить. А то как-то вышла поездка, ну, где-нибудь. Лет 10 хотя бы. Возьми кусочек. Мне уже там работать. Там люди знакомые есть. Ну, вести, если мы бой. Та-та-та-та-та. Так начинается судьбой для нас с тобой. Служба. Дни и ночи. Для всех нужно. Для каждого гостя подавляю. Подпись. Для вас. А это для тебя. Двери не себе слоя не есть. Подпись. О, сейчас работаем поменьше. Будешь петь, дам листок, будешь петь. Я не найду. Ай-яй-яй.
Рома, вы не говорите, что Роман на батьку похож. Что, где вы там? Они меня похожи. Вылитая мама. Тоже такой же, да? Одно лицо. Славском брат. Жулик, жулик. И глаза смотрят. И хулиганский такие, как я. Тут нос чуть-чуть, это самое, длиннее. Мастер тоже там на складе разрубается. У кого нос, у того и лёс. У кого нос, у того и лёс. Мужику надо выбирать по носам, как нос они мои. Я сюда приду. И денег не будет. По точкам разу. Сейчас они придут и садятся. Так, вы, я хочете, может не садиться. Я займу саму самое место. А на чем, на электричку? Да, мы с вами вместе, мы землю это. Дякую, Боже, за то, что есть у нас на столе. Даника сказала, не бери его. 13-13, я сразу. Ну, да, а почему бы не взяли? Собаки бы не полезли здесь. Ой, он кажется, она найдет. Я подбью. Это сегодня на Израиле. Это же лаборатория. На свою еще еду пришли, так пейте, а то что там? Салат никто не кушает. А громче нету? Да, Сергей, привет. А можно? Да, там же бумер пипец. Сейчас за кого? А вынеси и тот. Комната же закрыта. А на веранде не стоит. Прошу Вы же сами красивые.
Вам легко? Ну, как-то. Ну, да, как-то. Помогаю, конечно, да. Это, да. Я хочу отрастить больше. Отращу. Да, ну если так, то да. Ну, сядайте. Звони, короче, Ленка, и хай иди песню попали. Позвони, дай, надо реально. Ну все, конфетная сегодня, конфетно-букетная программа. Объедут сейчас они будут. Что-то будет. Как ваша Оля? Ну не приедет, нет? Здрасте, здрасте. Конечно, она не приедет, потому что ей надо. Спасибо. Обязательно с вас, мы не съедем. Светлана, ладно, мы с вас не съедем. Слышь, нет на базе, что у нас есть слава. Я не так справа. Чигунка у нас везде, чигунка у нас доброго процесса. Доброго обслуговая, недорогая. Не дошпевать, надо что-то чигунка. Смотря куда ехать. Вот Виталий, кстати, у меня билеты берет всегда, только, правда, не видел меня сюда. Он придет к вам? Голубой вагон. Ну, добрый. Мария, я назвала ее Марией. А ты назвал? Я. А как хотели назвать? Доминика и Марка хотела. Почему? Ну, в день Святого Доминика она родилась. Да, я ты. Она народилась в день Святого голубой, Доминика. Голубая ручка. И мамка Лёдя хотела назвать ее Доминика. Домча. Я скажу, что-то Доминика, что за имя такое тяжелое. Хай будет Мария. Янку тоже я Янка, они хотели там тоже некое придумали. Зенон. Зенон. Да. Я говорю, Зенон, Зенон хотели. Это, а давайте Янка. Наелся. Зенон тоже польский. Ваниш. Со мной работал один был Зенон. Хорошее имя. Ну Янка тоже хорошая. Ян. Тюмарину назвала. Фамилия Красная. Я назвала двоих. Остальных не М-ку. М-ку бабушка назвала. Мама назвала М-ку Эммой в честь бабушки. Потому что бабушка принимала роды. Она не, она дома рождалась. Я помню, как она в Топополе рождалась. Топорник. Голубой ручкой. И тому ее назвали. Мачете. Имя, конечно, красивое. Эмма. Шикарное. Есть Эмма, а есть Эмилия. Ножницы принесу. Два разных имени. Ножницы. По металлу. Ты забери туда, больше разорвешь. Да, я тут. А что, нарежет? Пусть Виталик снимает, хочется красиво открыть. Саню. Нормально будет. Что, Сергей ножи не может потащить? И хозяева такие ножи. Ножи не мои. Опозорили всех нас, да, скажи за тебя. Короче, я легла спать, мамка большого и бадючий сидит картошки. Такой горшок здоровый стоит, литров наверное, 10. Я говорю, мамка, я пойду, а что ты не ложишься? Она ложится сейчас, я говорю, дочищу картошку, говорит, и все. Лежу, пошла куда-то моя мамка. Я просыпаюсь, следом за ней. Приходит соседка, тетка Манька немецкая. Ну что, говорит, поедем за сестричкой тебе, говорит. Тебя не было, ты не знаешь, что ты не помнишь. Вот не помню. Была, да. Говорит, ну что, поедем, говорит, за сестричкой. Привезли ночью, час ночи ее. В Волну. Акушерки нету. Пока мы съездили за акушеркой на другой конец деревни, приезжаем. Короче, выходит
тетка Манька, мы ее так называли в деревне. И говорит, ну что, Валюшка, я тебя поздравляю, тебе сестричка, говорит, купила мамка тебе сестричку. Я говорю, ну, добра. Я вельми рада. Короче говоря, прошло, наверное, пролежала она, ну, раньше лежали, наверное, 12 дней и больше. Пошла я за ней забирать с мамкой, 5 километров несла. На руках домой принесли. Положили спать. Наша, короче, мамулька собралась и пошла лен рвать. Она раскугакалась, так, ага. Мне было 9 лет. Мне было 9 лет. Я ее несла, я с ней в больнице лежала везде. Это уже походка. Короче, принесла, положила ее маленькую. Мамка пошла лен рвать. Короче, расплакалась наша Маринка. Ванда стоит. Она говорит, тише, отойди, сейчас я. Она, так рот откроет, она и... Я бегом, быстрее уровой, говорю, мамка, говорю, мамка, быстрее, сестричку, говорю, мамка, плачет, а ванда и фукает в рот. Она это, как сейчас вижу, спас мальна, так что, говорит, я объясняю ей. И она прихожу, дитё, это сейчас стих, я говорю, не переживай. Так, фу, рот ей, она же на живот, я старше, ей 12, а я плачу, что ты делаешь, говорю. Она бедная, и все, это дитё, короче. Короче, я о том, что раньше, как бы, детей вот, пришла наша мама с роддома бедная, положила дитё, и радуйте ее, короче, сами. Так что она меня, все бегут гулять у сада, вот лапту, что, а она за мной, мамочка, куда ты делась? Я стану, заплачу и возвращаюсь туда всей, за руку и пошла назад, короче. Так что, Мариночка, великая, ты уже выгадывалась. Выгадывали тебе. Ровно с мамкой. Я на ней все время, мамочка моя всегда говорит. Короче, полсотни лет, немалый срок. И нет нужды печалиться. Пускай еще полста пройдет, не надо только стариться. И в этот летний такой солнечный день, праздничный, тебя я поздравляю. Здоровья, счастья и добра от всей души желаю. Спасибо. Будь здорова и береги себя. И мужа. Всего хорошего. И мужа тоже. А мужа особенно. Муж и жонка одна да. Рук. Красиво. Бриллиант. Мужа бриллианта своего берега. Где бачка на носу? Бриллиант. Женись. А? Женись. Можно уже. Дорогая Марина, сестричка. Я тоже тебе такой секрет расскажу. Может, ты помнишь, ты не помнишь. Серега, если бы чуть тише было, ну, было бы слышно, что говорят. Я помню, что ты зубрила на ухо. Чуть тише. Уроки учила, так старательно. Да. Я имею в виду, микрофон бьет. Ну, математики тебе с трудом давалось. Это и мамка говорит, помню, спокойно. Иди ты поможи ей, расскажи. А я, как учитель, я никакой, чтобы рассказать, что такое. Я ей объясню, она не понимает. Объясню, не понимает. Я по психу и пошла. Она чуть громче, плачет, горькими слезами плачет. Ну, потому виду, что у нее математика не очень. Получается. Игорь, дай голову ко мне. Что я хочу сказать. Ты была с детства такая старательная. Училась хорошо. Но видишь, то, что не давалось, то ты уже старалась добиться своей цели. Да. Выучить и зазубрить, то есть зазубрить, зубрить. Все, чтобы знать. Была такая старательная в учебе, что мне очень запомнилось. А что маленькая бегала за Валей, и Валю мамой звала, я добро помню. А я вот не помню. До школы помню, Валю еще звала мамой. Дай Бог, чтобы ты надалее была такая старательная для себя, для своих родных и близких, для семьи, для деток, для внуков. Дай Бог, чтобы ваша семья большего и большего тебя радовали в твоей жизни. Спасибо. Выжили дружно, были счастливые, чтобы тебя радовали. Что за спасибо, что-то на что-то вскочило, на что-то. Мы не можем, это слова. Дай Бог тебе всего самого-самого. Ты была счастлива и здоровая. Это только разгон. Достаете, да. Это только разгон. Чтобы разгон был. Такой старательный быть до 100. Как твоя свадьба, говорю, чтобы у тебя был разгон хороший. Чтобы дети тебе во всем помогали. И ты разгонится, куда я нападаю. На что я это разгон? Всегда чувствовала поддержку. Счастья, здоровья, крепкого, благополучия. Ну и все. Что?
то еще. Раз нас не забывай. 50 лет это еще только это... Самая молоденькая. Самая, да. Да. Но мы не говорили о том, что это самое плохое. Мы просто подчеркнули, что это даты, конечно. Все, врубай, Сергей. Слава Богу, что к этому возрасту у тебя есть и внуки. Не буду. Ну, наконец-то 80-е. Это на комбинате. Инна, вот она что слушает. Мама, съешь ты сухенькая кусочек. Дайте мои. Ну, руку убери, что ты будешь пыркать. Далекие 80-е. Что лучше, чем цыгане. Она у нее вкус хороший, у Инны вкус, она девка разумная. Хозяйка. И подарю. Инка. Вот тебе. Хозяйка вообще, Инка, классная девушка. Моя Бахаванка. Вот я. Да, моя Катя вошла. О, это другое. 50 лет тебе поздравляю. Да, не так. Прям. Ну да. Ой, не дотянуть. Я уже приду кульгаю, ты там, я не знаю, на подпорах. Старенькая уже, 72 года, что выходит. Она меня не мама. Месяц знал ее. Ну я думаю, так сказать, мы еще не слезем ни с кого. Потому что я вот так думаю. Думаешь, что ты делаешь? Это как старший сын, должен костик там, это что такое, там что-то. Чур-чуры. А не кошка-то хорошая. Зачем ты? Старшая сестра. Калила. Ты как старшая сестра. Ожидание для мамы. Мамы 4 года. Ну, Сергей, скажи, я тоже не годовал, не знаю, да? Таким лицом можно людей, блин, напугать. Ты видел, как он выдавал? Михалиш, как помнишь? Ну да, помню. Это не удержать, на курок нажав, продолжать стрелять. Она такая, она после родов первых была. И после второй. И Шаня сегодня припадет. Ты что, вегетарианец? На мясо не ест. Она похудела? Да, помните, какая стала? Она тупые, каши, фрукты. У нас сама еда. Сегодня у меня юбилей. Пошли, Вадим, он я помолодею. У меня сегодня Бериловая свадьба. Ты будь мне сам Аркадьевич. Ваня, колбасу спокойно. У нас сегодня две свадьбы. У нас только два племянника. Один день на Горько застал он кричать, и жених твой гость счастлив.
Танцевать хочешь? Танцевать? Иди танцевать! Пасти морни! Марина, иди морни! Не хочешь! Не хочешь! Меня Эвелина не выдержит! А Эвелина подзатуркавала! На заплуги подзатуркавала! Она спинки подзатуркавала! Где меня теперь? Главное, ты мое сердце лишишь свобода. Я спасу тебя от холода. И мое сердце лишишь свобода. Пошел бы тогда на рыбалку. Так озеро. Так хорошо. Чего бы поймал? Готово, приятно, да? Посидеть, поговорить. Ну, а, Гаина, а? Нет, там еще надо рядом. Тут такая зеленая плачет. Кого-то наступил я. Сейчас совсем очень за вас тоски. Никто не услышит. Кузьмина, главного конюха. На вайбер. Все под контролем. Он где-то здесь, всегда. Тигр постоянно здесь. Попробуй ее погладить. А, кого? Кошару? Он занят сейчас. Одета, пошла снова. Или где? Под машиной. А, под машиной. Потому что здесь. Вот ты как шевелится. Она была. В середине. Там Ангелина. Прошу.
всем свете. Черный хлеб и горбата склада, рожники свободы, рама свежего счастья, что зарется с собой. Черный хлеб и горбата склада, рожники свободы, рама свежего счастья, что зарется с собой. Ну что, получилось? Все мне вымером все записал. Все прокатило. Специально по такому случаю я заказал праздничный салют. Разумеется, за ваш счет. Это необыкновенно красиво. На это стоит посмотреть. О деньгах можете даже не беспокоиться. За ними придут завтра. А сейчас наслаждайтесь салютом.
знаешь, я мне эту хата давит. И меня я раздену сейчас, что будет. Хорошо. Знаешь, что может быть? Мне нельзя. А, вакуум. Ну давай, поздравляй, он записывает. Поздравляй, Зон. А что я? Ну встань, встань, возьми еще поздравь. Ну пожалуйста. Я милую пожелаю. Вот все здоровья, все. Никто не называет жена, а я называю милая. О, да. Это дело. И все удивляются, почему. О, молодец. Вот это я понимаю. Давай, давай. Давай, молодец. Пускай она сомневается или что, но я сказал, милая, да. И по телефону. Я не сказал, что плохо, или жена. Но я пожелал все здоровья. И самое главное, чтобы немножко и меня... Дорогла. Тоже милый называл. Да. Милый называл. Называй милый. Милый. Кохание. Кохание, прошу барзу. Ну, она, да, милого видишь. Знаю по походке. Да, по походке милого знаю. Она все по походке узнает. Ну, хороший тот самый лучший. Но я еще хочу добавить. Я хочу пожелать, конечно, Марыся, это первую чарку встретили вас. Хочу я тебе пожелать. Такая лава хорошая. Хочу я тебе пожелать, как ты так сама правда мужа берегла. Потому что у тебя муж – это экономический бастион. Это раз. Во-вторых, он у тебя самый лучший из зятей, какие есть у нас в Ильюково мужья. Потому что он за еще 2 года, я должна стоять, она будет 30 лет. Я хочу тебе сказать, что муж – это все. Без мужа дождь из чужа. Береги мужа. Ты когда-то говорила такие слова, что я выйду замуж, а мне не будет самый лучший муж. Так оно и вышло. Вот ежели анализировать и сказать по всех мужьях, какие были у моей матери было, у нашей мамки было чем зятёв было. У неё были все добрые. Но самый лепший зять был это Игорь. Самый лучший был Игорь. Есть и есть и будет. Я не хвалю, говорю, как есть. По его характеру, по его доброте, по его хозяйственности такой. Он всегда поймет человека, всегда может поддержать. Всегда может поддержать дочь, одну, вторую, всех. У него нету негатива. У него все хорошо. Так? Нету негатива. Именинник у нас вторая половина. А вторая половина, ты как одна тычка и я, так будем по жизни на одна. Никому не нужно. А она уже все одно целое. Если мы с тобой одно целое, значит ей надо шить платье белое. Она пошила красное, дело опасное. Женщина яркая. Рыбак. Женщина, она яркая, интересная. И она полезла, красиво сегодня выглядит. Она молодая. Она у нас самая красивая из всех. Самая симпатичная, да. И вот самая гармоничная получилась пара. Я говорю, как есть. Они вырастили детей замечательных, 5 человек. У них своя судьба, с какими-то там сложностями, разворотами, там, поворотами, с любовью, с печалью, с радостью, со слезами. И все это разделенное вместе с людьми, вместе мы тут живем, переживаем. Вот тут живет человек один, второй, вот Серега, побойся Бога, ничего по его. Валя, вот сейчас с Кристиной заспевают песню хорошую, они всегда пели, хорошо, у них таланты, не передать словами. Хорошие девчата, хозяйственные. Даже учительница хвалила, директор школы говорит, вы знаете, я ничего про них плохого не могу сказать, я говорю, покуривают. Она говорит, ну вы знаете, они очень хозяйственные. Есть ли что сделать в школе? Лимонковская. Знаете Лимонковскую? Вот, кстати, я говорю перед всеми. Она хвалила, говорит, ой, вот Валя, Валя, она такая хозяйственная, с этой Ксюшей, они все, их что ни скажи, они класс, всех, все, они трудяги. Все, хвалила. Вон как перед Богом. По-моему, любили. Да, да. Хвалила, говорила, дети хорошие. Дети трудолюбивые. Остальное, говорит, это уже даже не надо. Поэтому, Марыся, я хочу сказать, что ты уже вырастила, что у тебя внуки. А ты уже бабуся. Ты бабуся? Бабуся. Вы знаете, что вы должны... Сколько раз? 4 раза. Ну вот, 4 раза. Всех обогнал. Молодец. Молодец. Во всех отношениях. Когда хороший муж, тогда хорошо будет и жить. Все, рыба портится с головы, а голова у нее хорошая. Все, радок, работает человек, трудится. В наш тяжелый экономический момент он у нас не безработный сегодня.
И поэтому я предлагаю сейчас, чтобы, конечно, выпить не надо, надо трезвый образ жизни, я проповедую, потому что... Компота. Все пьют это, мы уже выполнили. Я предлагаю поздравить по песне, по стихотворению, чтобы у нас была кассета какая-то такая, вот 25 лет. Кто будет чай, поднимите руки, так проще, блин, это. Чай потом. Все, короче. Все будут. Все это три? Четыре? Я тоже. Кого начнем? Четыре, я там. Последние парты Аниска. Будем петь, Роман, с тобой мы давай песню. Давайте мы выпьем за твое пожелание сразу. Ну, выпить много много надо, чтобы он понимал. Что это? Как анализ мочил тебе теперь. Что? Ты будешь пить, ой, мне плохо. Я пришла на заявку. Анализы сдают. Хорошо, я должна кашлять. Что я пришла, она там свою. Я и тут буду пить. Чай. Давайте нам, мы ждем. У его характера не дадим должен. Она должна делать это тогда, когда он сказал. Остальным она не должна потом. Не надо говорить всем. Хочет забрать у меня камеру. Поверните. Тихо, пускай. Вы думаете, это он так вам спросить у Кристины? Пусть только что-нибудь Кристина сказала там стереть. То же самое, я не должна командовать. Я не должна командовать. Намек был такой, я такой вот тоже. Что такое вот? Надо придать ей говорить. Да, так это ж про меня. Лишь в дом проникнет полночь, ну это там полезно, рифмами наполнит мир, мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегкий мой путь. Больная зима. Там ко дну боли грусть. Прежних ошибок грусть. Груз. Но мой плод сытых из песен и слов. Он красиво поет, ну когда ты всем любезно зов. Как красиво, смотрите. Всем не так уж плохо. И тут припев такой. Ребята сели. Я не от тех бегу, кто беды мне не пророчит, уже тут Дональд Сирон. Не получилось на живую спеть, не получилось. Фонограмму надо. Понятно. Не надо фонограмму. Музыка. А под музыку. Не, надо с музыкой. Хочешь, чтобы ты сидел. С музыкой, но с нашими словами. Гармошка нет. Можно найти в интернете. Гармошка, Пасха, Юрий Лазов. Это папа, я поеду. Надо. Ну и будет нелегкий мой путь. Тянет ко дну. Ну-ка. Что такое? Что ты обманываешь? Минус включи. И пусть будет нелегкий мой путь. Тянут ко дну боль и грусть. Прежних ошибок груз. Груз большой. Но мой плод. Значит, я вам могла бы цветы из песен и слов.
Всем моим бедам назло, вовсе не так уж плохо. Я не от всех бегу, кто беды нам пророчил, им и сытней, и проще на твердом берегу, понимаешь? Им не дано понять, что вдруг со мною стало, что вдаль меня позвало успокоить, что меня. И вновь пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боли груз прежних ошибок груз. Но мой плод сытый из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плохо. Прошлое порву, и дальше будь что будет. Неправильно мы поем. Нить прошлое порву. Пропустили. Тянут ко дну боли груз, прежде не хлеба грунт. Но мой плод сытый из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. Однажды меня Севанда в 6 лет его, ну, зазубрила меня так. Я каждое слово как лучше, чем самого себя знаю, если честно. Ну, оно такое не к празднику относится, ну, к жизни, оно жизненное. Ну, действительно, ну, нелояльно, но вот так как-то, ну, смысл есть в жизни. Ну, и произведу. Оно на белорусском языке. Что вельми даже дивно у нас. Ну, начнем. Это один написал монах православной церкви. Шумять и ставятся осины, червоным листьем бьются твар. И не хапая боли силы, глядеть на гэты Божий дар. А чё як силой дарваться от хаты, родных и земли? Зазорок Божих узняться, там застаться назавжды. Але грахи сковали силы, снова по поясу грози. О Боже родный, о Боже милый, своему рабу да поможи. Верш называется «Да поможи». Как-то так. Вот, память и все. Вот так. В школе так не учил, как с тетей Ванной. Серьезно? Вот что это подавать. Да, я помню, польский язык, помню, на букваре с тетей Ванной учил. Как-то так. Заставляла вас, и толку никак, не выучили. Нет, есть. На вершик, вершик. Не, нормально. Вершик. Нет, с Севанда меня вытрессировала. Пообщаться. Да. С полячками. Это первый феномен, первые наши выпускники. Да, это же в 98-м году было тогда, да? Нет, 98-й, да? 98-й, 99-й. Нет, 98-й. Не упавить. Наша пристань, родительский дом, не понимаю, родительский дом.
начало, начал. Ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит в твоих окнах, полосе. И пускай наши детства не кончатся. Вот мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Родительский дом, начало, начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит в твоих окнах добрый свет. Поклонись до земли своей матери и отцу до земли поклонись. Мы с тобою в долгу не оплаченном, свято помним об этом всю жизнь. Родительский дом, начало, начал, и в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит в наших окнах добрый свет. Детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Родительский дом, начало, начал, в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит моя. Ну что, Марина? Виталик шаблыну снимаю, даже неинтересно. Не мой, говори. Правда? Не снимай. Давай, Марина. У нас вообще не снимает. Мама, он тебя снимает. Да меня не снимай. Виталик, сними меня. Вот. Ты снимай мне голову. Родительский дом, начало, начало. И в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит в наших окнах добрый свет. Детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Родительский дом, начало, начал, в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит в моих окнах добрый свет. Дорогие дети,
авторитет у тебя? Я хочу сказать вам одно. Продолжение этой песенки. Мы вас ругаем. Мы вас воспитываем. Мы вас чем-то наказываем. Чем-то караем вас. Называем, воспитываем. Выховываем. Мы не за этого вас воспитываем. Не ругаем не за это. Не за это. Потому что мы родители. И мы хотим, переживаем за вас. Чтобы вы были самыми хорошими. Самыми примерными. От того, что мы вас любим сильно и переживаем. Поэтому не злитесь, если мы где-то чему-то учим вас. Где-то поругаем вас. Что я вам скажу? Мы вас любим из-за любви, да. Когда мне Маргарите 12 лет, и когда она уже вот это вот я, и все. И теперь понимаешь же своих родителей. Кто безразличный. Да. И когда понимаешь теперь, и кажется, вот свою бы жизнь я вот повернула и по-другому бы принесла. Опыт сын ошибок. Если бы ты не ошибалась, ты бы ничего не смогла сделать и ничего бы каждый не понял. Каждый должен прожить свою жизнь. Слава Богу, что ты ошибалась! Я А почему мы так станцуем перед ним? Любите, страдайте пока, мечтайте пока. От большой любви вас. Никто не скажет вам за правду. Слушай, я скажу так, что детей надо с детства баловать. Вот так, раз их надо ставить. Настоящие бандиты. Нина. Молодец, Серега. Саня. Стой. Сколько там осталось? Ой, еще а там ядра, ядра. Боишься салютов? Не бойся. Очень светит дядька. Хочешь? Не хочу, хожу в доме. Стреляет тут. Во, на салют маманя моя, что ли, пришла? Что за борьба? Что за принесло? Возьми себе моей родной.
Ветер там есть. Прикольно тогда. Ну. Вот она. А ты что, забрала доску? Да в любви советовать, кто любит, то сам разберется. И песня моя поэтому с припевом таким поется. Любите пока, любится, ревнуйте пока, ревнуется. Страдайте пока, страдается. Мечтайте пока, мечтается. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Страдайте пока, страдается. Мечтайте пока, мечтается. А если кого покинули, тому не дарите участие. Обиды пришли и сгинули, и снова борьба за счастье. Любите пока, любится. Ревнуйте пока, ревнуется. Страдайте пока, страдается. Мечтайте пока, мечтается. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Страдайте пока, страдается. Мечтайте пока, мечтается. Поем прописные истины. Об этом, конечно, все знают. И сердце поэтому искренне все тот же припев повторяет. Любите пока, любится. Ревнуйте пока, ревнуется. Страдайте пока, страдается. Мечтайте пока, мечтается. Любите пока, любится. Ревнуйте пока, ревнуется. Страдайте пока, страдается. Мечтайте пока, мечтается. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Страдается, мечтайте пока, мечтается, мечтайте пока, мечтается, мечтайте пока, мечтается.